у боссов. Так, Юрит, какая пати? В пятый. Чертеж. Классно. С победой меня. 76. Видите, могли чего сделать. Куда мы тпшимся, ребят? Что-то я не понимаю. Мне повезло с тем, что... Теоретик вылетел. Теоретик, передай Зигспалу рецепт, он там выиграл. Просто поздно ролил. Так. Вот это ролим. Портуйтесь в кузню, как-то так называется портал. Кузня? Ну, не помню. Там она не одна уголовно разве? Нет, там еще два этих. Два босса осталось. Ах, ну ладно, идем сейчас добьем двух мобов этих боссов. Может, осколки выпадут. Вивальди как раз два осколка не хватает до Валанера. Невозможно. Полтора не может быть. Полтора стака может. Пойдем потом Алгалона, но при условии, если Войд будет релить. Вау. Лучше бы сейчас пошли, потому что и мне, и Сереге надо будет скоро идти. Ну, не переживай, дружище, вот эти два босса, это просто 10 минут. Давайте спускайтесь, досумонивайте игроков. У кого-то есть ключ на уголовном? Есть. Да. Или Джинс, или Хламобот у кого, или, блядь, Мамон. Давайте в темпе, принимайте сумму. Давайте, у нас 10 минут. 23.58, стоим у уголона. Ралли готов. Бля-бля-бля, вот где? Я пошел запускать. Да, все, я подошел. А сейчас я в шип-проспект, вы запускайте. А, блядь, на голове только летать можно, я думал, ездить тоже. Бафов нету. Ну, бафы потом, про бафы эти уже. Кресты, маги. Ну, давай, Лэнс, я тебе накину ЕП. Е500. Запустили или нет? Да, запустили. Что такое? Ты против? Бля, я за ЕП забыл написать, ну ладно. Мне кажется, не запустили. Ну, ты можешь сейчас написать, в принципе, здесь мы не кидаем КП. Это не 25 Гц. Так, ну здесь все просто. Мне кажется, мы сами поймем, что здесь надо делать. Что-то произойдет. Пацан написал: охраняйте тылы от дворфов. Значит, это что-то значит. Вот и прямые машины этих отвратительных железных дворов. Ага, с этих машин выходят мобы. О, Ваня зашел. На Алгалона. Вторая ульта. И третий под КД. Так, Авенса я кикнул. Ой, скажи, чтобы я на КД. Лавовую бомбу лучше не заходить. Он на стюан. Без всяких мага у вас не забагается аддон? Забагается. Полезно вам, пользуйтесь какими-то плохими аддонами. Ничего не произойдет, тут все равно ничего не надо делать.
Ну если хилить надо вообще-то. Не, не надо. Да, мне это пофиг, я же не хилю сейчас. Цепух просто растут. Сама надо не захилить. На, еще 20 секунд ждать, блин. Просто нету, так что бурстите, как можете. Можем подождать. Ну, без роста, блин, господи. Давайте, все играем в босса. Ваня, ты тут? Да, тут. Ну вот мы как раз второго босса бьем. Только начали. Пойдешь с нами? Там можно, в принципе, но если быстро только. Ну, быстро. Осталось пару боссов убить. Что надо? Да. Ну, можно магом. Блин, представьте, а как собирался этот рейд, да? Помните? 5 человек в рейде. Крауд не на пулю, на танка и умер. Кстати, Эскары, ты можешь прожать таунт и забрать босса, чтобы люди не умирали. Ну, не так сойдет. Вот и Чива подъехала. Надо кому-то вещь. Вот это. Вот это. А мы были уже в архиве в каком-то? Где? Ну, архив куда-то, диск надо относить. Тебе надо поговорить с НПЦ, потом обнаружить тайную комнату, после чего тебе надо сделать 4 хардмода, которые мы тут не делали. Только 2 из 4. А не, 3 из 4. Как ни странно. И только потом тебе дадут ключ. Вот это стак. Все сложно. Ну-ка, на этом персонаже есть у меня ключ? Ну, на кресте есть, кстати. Кошмар какой. О, можете линкануть Доксону Ачиву плюс 0. Он вылетел, кстати. На Ториме. Радуется за деньги. А где НПЦ, с которым надо поговорить с самого начала? Заходишь в вестибюль, и там по карте уже знак вопроса есть. Ага, спасибо. Ты тоже потом сделаешь, когда убьют. За нас. Там уже треш, наверное, резко. Сейчас вот мог кастовать, дайте ему стан ретрики. Как у вас ЦЛК сейчас спит? Что ты говоришь? Как у вас ЦЛК сейчас спит, малё? ЦЛК как проносится? Почему? Как проносится, блядь? Я просто не понимаю половину людей. В смысле, не слышно ГВРК, что ли? Да, или маленький словарный запас, и я не понимаю, что эти говорят. У людей маленький словарный запас? Нет, у меня. Новые слова какие-то неизвестные говорит. Потому что язык какой-то другой. Кстати, в комнатах очень хорошие ДД были. Еще и две комнаты легкие. Просто налить. Линканите урон по мозгу. Я еще щитки кидаю, и вы не теряете так много стаков. По мозгу и по щупальцам линканите чувствительно. По мозгу? Давай по мозгу. Я
Джерри, он почти первый. Да-да, почти. Ну, если был бы первым, если бы 800. А по щупальцам? По щупальцам? Какое тебе щупальце? Чувствительное? Чувствительно. Я. Оптимус, вставай. Да, Варя, нормально так надамажили. О, господи. Скарлетт, ну давай тогда, начинай танчить босса. Дайте пристабав. Даю. Ледяной А, подожди, ну давай поставим шкаф с умом человека, я забыл просто. Скарлетт, главное прожми 3 ЛП, потом кровоотвод, ЛП и руническое, и потом ЛП. На пула у нас в рейде нет, так что следите за агро. Только два ханта же есть. Ну, на пола нет. А, ну на пола нету, да? Ну ладно. На пола никогда ни в одном рейде не было. Все, Скарлетт, начинай с богом, аминь. Так, подавай Джерриона. Вот, Берн, Джерриона. Он что, упал? Да. Ну, быстрее. Четвертая пати, Вар. Нет, он живой. Бернул Трисси, значит, уже. Нормально. Хороший рафут был. Ой, давайте рост. Полголо на старт. Да пока дойдем, пока расскажем тактику и... Тем более, раз мы не решили. Тактику рассказывать лучше сразу. Да, я смотрю, как ты тактику рассказываешь на каждого босса. Ну да, я не рассказываю ничего. Там, отбегите от красной метки, бейте то-то, ну вот и все, и хватит вам. Там просто надо звездопад дать, нахуй, пиздец. Надо просто идти в 25, не, в 20 паладинов и 5 сов. 20 паладинов баблы, и совы взрывают все звезды сразу. Ну, умирает потом, ничего страшного, 20. У них капли дадут паладин, да? Все капли дадут, да. И сакры. Каждую сову в пати по сакре это выходит... сколько там процентов? 50% от основной сакры и капля, да? 30%. Верно? И еще кожу дубовую прожму, тогда никто не умрет тогда, понимаете? Знаете, в чем фишка? Осколок, ой, наконец-то. Сколько их за рейд упало? 4? 4. 3 осколка. Так, Бёрн, тебе надо эта вещь? Тогда тебе отдаю. Так, вот это, наверное, надо Капару. Это вещь. Чем в 4 хила пойдем, я в ДЦ. Единственный шанс. Ну давай сейчас. Что ты говоришь, захилиться? Захилите. Три хила захилите, да? Говорит, не захилите, а он похилит. Ну да, ты хочешь в ШП или в ДЦ? Да пускай лучше он в ДЦ, ты в ШП. Ну хорошо, тогда Рудес давай в ДЦ. Не будет легче ролить. У нас нету ни Роги, ни Кота, поэтому мы убьем Алгалона. А, все верно. Куда портоваться хоть? Боли... Не, подожди. Вести дюль. Просто поставьте шкаф, не сумонял. Так, ну что по тактике там? Ну все просто. От красных меток отбегаем.
совы звездопад не используем. Если в мелизона звездочка появляется, массами не бьем. По команде сливаем метку, которую, ну, я которую поставлю. Что там еще надо сказать? В черные дыры надо забегать. Да. Скарлетт Дель. Черт. Блин, я не знаю, что тебе делать, честно. Третьего танка для начала. Системный анализ, чтобы выявить зоны. У Джерина портовар есть. Вмешивайтесь. Просто убить, да и все. Так мы и так такие... просто. Мы его, блядь, уже месяц не убиваем. Хотелось бы так и убить. Можно подумать, до этого убивали до трех месяцев. Ну, Скарлетт Ди, смотри, ты начнешь бой, как начинаешь, кинешь ЛПшку у босса и перед пулом самим кинешь лужу, будешь танчить босса. С тебя заберет уничтожатор. Что тебе еще сказать? Видишь красную метку в мелизоне, отводишь босса. Ну, слышишь Эрелла, который говорит тебе, что надо забрать босса на себя, так как у второго танка 4 стака, забираешь. Черную дыру забегаешь тоже по команде. Короче, как-то так. Слабенько рассказал, но думаю, этого хватит. Прости, господи. А есть у кого-то макрос на метку? Пожалуйста, скиньте. Я сейчас скину. Подзакинь там во вторую пати шипы тоже. Клауд, готов. Чек. Короче, скопировал макросы, забыл вставить. Сейчас, секунду. А кто первый танчит? Скарлетт Ди пускай первый танчит. Кей легче будет. Потом заберешь с нее. Попытаешься хотя бы забрать. Ну ты смотри внимательно, то звезды, я оставлю метку, и все присты ханты сливают эту метку. Сейчас подтестим. Ага. Черепок метка будет. Ралли готов? Давайте выходим на дистанцию. А, это только рассказывали, нет? Все просто. Да, вроде что-то промямлили там, ну. А, ну ладно, давай, погнали. Скарлетт, давай ЛП кидай в босса, становись в него. Ваши действия нелогичны. Все... Угу. Можно дать. Можешь сзади в спину ему встать, там сзади, и кинуть лужу через 10 секунд. Рос не давать, так как он здесь не нужен. Кто сказал? Ваня. Когда 4 минуты. Давайте бьем босса, типа прикольный. Космос. Вспоминает сразу тема космических рейнджеров. 2002 года и компьютерная игра. Сейчас появятся метки красные. Черепок сливаем, отбегаем от красных меток, скажу. Сливаем быстрее. Отбежали, сова, отбеги от дыры. Отбежали от кары небесной. Отбежать всем. Захильте четвертую пати быстрее. Все, сбиваем череп. Сбиваем. Хилый рейд на фул. Хилый рейд на фул. По парку прохильте, играем в череп. Сливаем череп. Сейчас будут кара небесные, отбегаем. Кара небесная, отбегаем. Пою гимна от хил. Все прекрасно. Почти никто не умер. Слезы, пацаны. Да. Закрывай порталы, Зигспал. Забыл сказать про тактику Зигспалу, наверное. Зигспал, попробую. Отбежали от кары небесной.
бежали от кары небесной. Играйте в череп. Быстрее в череп, сейчас суровый удар, быстрее в череп. Все, забегаем. Забегаем в черную дыру. Бля, я забыл ШП сказать, который останется. Сука. Ай, ладно, падаем. Вот что я забыл сказать. Просто интересно, вы... Я лучше ничего не буду говорить. Не может быть вечно. Ничего страшного. Всякое бывает. Ну все. Так, я забыл сказать про Топалу, чтобы он забирал вот эти живое созвездие. Смотри, как они только появляются, ты собираешь эти три штуки, две там, и закрываешь две черные дыры. Вот этими живыми созвездиями. До сурового удара. Хорошо? Потому что это живое созвездие убивает хилов. Теперь вы все видели прекрасно, что босс оставил суровый удар. В это время нужно забежать в черную дыру. Тогда суровый удар вас не убьет. Человек 6 этого не сделает. Валера, ты что не забежал? Да, потом еще просто прист, там никто не остался. Куда не забежал? В черную дыру. Я босса танчил. Так в черную дыру надо забегать. Ну в идеале весь рейд забегает, остается только ШП в тучке. Потом танки выходят забирать на себя босса. Как-то так. В любой непонятной ситуации. Смотри в небо. И на еще вы массами били походу звезды, кто-то задевал. Третью, четвертую звезду практически одновременно убили. Это плохо. Потому что четвертая была в милизоне, конечно, ее задевало. Ну, я же говорил, если звезда в милизоне, танк отводит от звездочки у босса, и вы ступаете АОЕ дома. Это первое. Второе, если звезда взрывается, она там наносит сколько, 25% по рейду или сколько, 50%. Я точно не помню. Но если две звезды взрываются, это вайп почти. У нас еще просто ДЦ был, так было бы больше смертей. Там две тактики есть. Либо ты алгалона возле стенки ставишь, а эти откидываешь, притягиваешь. Либо алгалона в центре, а звезды по краям. Звезды так удобно появляются, правильно? Надо звезды их просто его от них отводить. Ну я говорю, две тактики есть. Либо он в центре стоит, и звезды ты на край притягиваешь и откидываешь тайфунами. Либо алгалон на край, и тогда проще будет одну звезду откинешь просто к центру туда, и там его взрывать. Я почему-то хочу всегда пятую звезду убивать до сурового удара. Валя, ты грессаешься? Ой, бля. Да, в натуре. Порезни, вон у него тело лежит. Порезни, пожалуйста. Никто не реснул. То, что люди не заходят от сурового удара по 6 человек, это очень плохо. Надо в дырки заходить. Давай. Устраним, если... Забыли сказать нюанс, что когда зашли вы в черную дыру, если вы подпрыгнете или выбежите назад, забежите, у вас обратно портанет. То есть это означает, что надо выбежать в черную дыру, попрыгать в ней, вы появитесь в другом мире и сразу отбежать от нее, от черной дыры. Да, отбежать от того места, да, где была черная дыра. Лапу. Пинту. Пинту. Смотрите, мы сливаем звезду только тогда, когда я говорю про это, а не тогда, когда я вешаю метку. Ладно? Пинту. Это важно. Ваня, готов? Ваня. Ты по таймингу, там за 10 секунд надо сливать. Каждые 10 секунд звезда должна взрываться. Все, Скарлетт, начинай. Да. Инту. Да, инту.
и они тут говорят. Давайте, дубль 3. Давайте, рост. Мне давать или давать? Да, тебе давать. Ты единственный шаман в этом рейде, поэтому ты. Так, играем в череп. Отбежали все от черепа. Быстрее в череп. Отбежали все от кары. Отбежали от кары. Отбежали далеко. Играем дальше. Блин, кто-то сливает звезду, короче. Я ставлю метку, там уже половина хп нет. Это не дело. Давайте следующий сливаем череп. Они сами теряют хп со временем. Не, это понятно, но не половина же хп. Отбежали от кары. Сливайте последнюю четвертую звезду. Где же она? Я не вижу просто. А, все, нашел. Ну, вот сейчас более-менее. Только протопал не свои метки. Теоретик, подыми сангвини. Пожалуйста, подыми сангвини. Вставай. Скоро суровый удар. Отбежали от кары. Сангвини, отбегай сразу. Суровый удар скоро будет. Так, играем в звездочку. Суровый удар. Забегаем. Забегаем в дыры. Интересно. Отбежали от кары. Отбежали от кары. Отбежали. Бёрн, подымай помидора, Хайли, Капара. Хайли, Бёрна подымай. Ивальди, гимн отхил. Ай, ладно, падаем. Крылось созвездие било. Ладно, будешь шевелить? А, просто беда в том, что пару человек не заходят в порталы. Это раз. Во-вторых, протопал не держит еще живые созвездия вовремя. Вот. У нас так минус 5 смертей сразу выходит. Будешь ролить или накидываем ЕП? ЕП, конечно. Я делаю то, что... Ну тогда все. Да ну, так не прикольно. Слушай, а Олег, на мага сможешь накинуть ЕП? Если сыграете хотят... супер в игру или заберете деньги? Да, деньги. Слушай, так мы, наверное, так никто никогда не научится его убивать, я не так. Так они не хотят учиться, блядь. Сейчас зайду на ИП, погоди. Так, только Ваня добирали, да? Да, мне. Ну не знаю, мне сюда кинь, короче, все. Тут люди пришли за ИП. СЛК и РС дрочеры, блядь. Жирин добирали, счастливого добирали. А я за рецептами сюда пришел. Ну я за другим. Пеппера нету. Че я зайду? Зачем? Подожди. Ну, осколки пускай собирает. Зачем вам осколки? Это скилл поднимать, что ли? Да не, если, ну, у меня просто желания особого нет этого алголона и релити, и объяснять все детально, проговаривать как-то. Там очень сложно все на этом алголоне, блять. Это очень напряженный. Да, ничего сложного нет. Ну, блядь, ну, конечно, нет, конечно, когда... ничего сложного, когда ты убивал там его 10 раз. Надо просто траить, чтобы люди хоть поняли, что делать. Заебёшься. А вы еще ЕП не дали, я уже ливнул, бляха. Дайте пать, пожалуйста. Дело в том, что там очень много деталей. Пока люди не посмотрят, не знаю, видосы или еще что-то по поводу тактики на босса, хоть ты им час объясняй, они нихуя да, все равно да, не будут. Да, все правильно. А помимо видосов я бы еще добавил, надо читать тактику. Видосы нихуя никому не помогают. Кстати, у меня, если что, там скрины за ульду есть. Если кто-то второй раз получает ЕП на чара этого за ульду, то... В конце КД будет минус ЕП, там 20к, если не ошибаюсь, или 30 ГП накинет вам, так что внимательно посмотрите, кто получает второй раз ЕП за ульду на одного персонажа. Что вы имеете в виду, что-то не понял? У нас же две ульды было. Что-что? У нас было короче, две. Если еще раз получаете ЕП за ульдуар на этого же персонажа, минус ЕП. А, две ульды. Что ты пати-то не даешь? КД сбрасывалось, да? КД сбрасывалось.
Нет. Никакого когда не сбрасывалось. Просто вторая ульда. Что значит, что вторая ульда не понял? Ну одна есть, вот одна. Ну, блять, за это КД вторая ульда. Ну а при чем здесь один и тот же персонаж? Что КД что ли проплатили? Ну, блять, как ЦЛК, как в РС эта хрень работает, потому что за одно КД, за один инс, на одно ЕП. Так и в ульде то же самое. Ну правильно, ты пошел, у тебя КД на персонажа, как ты им еще раз пойдешь так и заберешь? Так ты на ЕП зайдешь, пойдешь другим персонажем, зайдешь этим персонажем, на котором КД понятно. На ЕП. Ну вот как сделать кредифилок, зайди на своего ДК и получи ИП тогда. Жулики. А Богдан, ты на ком? На Толбоксе. А, вижу. Ну чё, время ИВК пришло или как? Да. Ну надо спать. Давай. Согласен, я тоже пойду. Сука. Кажется, эта ульда была быстрее, чем воскресенье, да? Блин. Да, было в субботу. Да. Она йога долго били, да? Нет, тетрадь. Доброй ночи, всем пока. Прощай. Хорошо, да?